вынужден огорчить моих подписчиков. Новых фильмов пока не будет, потому что вот отправляюсь я в путь, дорогу дальнюю. Тут мне еще вот прилетело, кто видит, во время эфира, то есть поскольку камера была зеркальна, то есть работали по сердцу, но прилетела вот сюда вот штука, я удивился, это во время прямого эфира. Кто-то, значит, там из числа дизлайкающих, наверное. Поэтому пока ждите. Ну, август, время такое. День кормит год, поэтому надо. В путь, дорогу.